Всем привет! Сегодня разберем вопрос Сергея Джурова. У него был такой вопрос: как подогнать конки под экран? И вот он указывает конкретное разрешение 1366 на 768. Значит, в принципе, здесь придется перевентировать. Вот нажимаете на клавишу конки менеджер, встаете на конки и открываете конки в режиме редактирования. Вот здесь вот в основном и имеются, как говорится, изменения, с чем надо будет вам просто опытным путем посмотреть, манипулировать. Вот посмотрите, вот сейчас обратите внимание вот на эту часть. У меня справа в верхнем углу написано, каким шрифтом 15 сентября 2015 года, вторник. Вот теперь посмотрите, я беру и четверочку меняю на восьмерочку. И нажимаю на сохранить. И вот видите, уже 15 увеличилось. Ну, соответственно, если я, допустим, сделаю не 42, а сделаю 22, соответственно, видите, куда у меня все это дело уменьшится и убежит. То есть здесь нужно поэкспериментировать самому. Но здесь вот все изменения, значит, проделываются, сохраняются. Вот когда вы все это дело сделали, сохранили, закрыли файлик. То есть практически любой элемент конки можно подогнать под конкретный размер экрана, и доступ к этому, как говорится, делу имеется вот отсюда, через конки менеджер. Заходите сюда и открываете файлик в режиме редактирования, и вот, значит, в этом ключе вот здесь вот вам надо поработать просто-напросто. Можно и цвета подобрать, и размеры, и так далее, вот в этой колоночке. Значит, ну, рекомендую всегда что делать. Изначально файлик, допустим, вот вы берете, сохранить как, и сохранить его как, скажем так, на всякий случай. И поработайте, поредактируйте, там, посмотрите, там, что, как, там, почему и так далее. Вот что вам могу, скажем так, порекомендовать. Вот, вот такой вот короткий видеоролик на, значит, вопрос. Сами размеры экрана вот здесь вот смотрятся. Дисплей вот здесь вот посмотрите, подберите наибольшее и наилучшее для вас, как говорится, разрешение. И, значит, еще вот в одном местечке можете покопаться, это шрифтов. Вот шрифт рабочего стола, заходите, вот стоит десяточка, а тут можете и вот так сделать, и меньше сделать, как вам нравится. Вот три, скажем, точки доступа, при помощи которых вы можете изменить там шрифт, размеры там и подогнать конки. Так что вот желаю вам всяческих успехов и удачи.